Ну что, начинаю. И главное, только обрадовалась, что чуть-чуть нету солнца, потому что, во-первых, у меня все течет вообще под одеждой от жары. Во-вторых, я хотела просто без света было видно, как там идет вот эта вот фигня, типа этот фонтан. Я тут показываю руками вам, как будто я, знаете, на камеру снимаю. А в глубину туда идет вот этот корень вот этого фонтана, как бы фонтана, как вот этой фигни, да, вот этой вот. Балкона этого, террасы. Видно, как идет туда вниз. Я сейчас попробую снять вам. Вот знаете, эта сетка, я не знаю, кто сделал эту сетку. Мне кажется, эта сетка ее. Но из-за сетки вот очень плохо видно, что туда идет корень. Вы посмотрите, корневая система идет. Не знаю, видите вы, не увидите. Мне это видно сейчас хорошо. Когда присматриваешься особенно уже, видно хорошо, что туда идет корень. Вниз, понимаете? Но это, видите, закрыто, чтобы пока не смотрели. Хочу показать просто вам решетку, что она выглядит как вообще наша. Понимаете? Ну, посмотрите здесь, например, как заходит, да? Выглядит она наша, абсолютно. Наша, в смысле, не наша человеческая, а наша жижевая. И какие-то еще занихрюшки. Да, посмотрите, посмотрите. Да? Смотрите. Там тоже, кстати, по диагонали. Кстати. По диагонали, да, идет, кстати. Куда-то туда, да, кстати. То есть выглядит так она как жижевая. Тут вообще, кстати, как часто, да, вот переплетения идут. Офигительно. Видите? По диагонали, видите, да? Давайте пройдем. Вот видно, как гранит, видите? Отслаивается. Это никакой вам там не... Никакой вам там не поле какое-то там. Они там вызывают его бедным. Посмотрите, посмотрите. Слушайте, а там вообще глубина-то какая. Туда вообще идет этот туннель, ребята. Обалдеть. Слушайте, туда туннель идет. Там даже ничего не видно. Поглядите, видите, видна штука, да? И все, провал. Провал. Господи, я рыбку увидела. Думаю, что за сигаретка плавает? Видите, у меня от жары уже. Сигаретка плывет и извивается. Ну, вообще прикол. Ой. Смотрите, как гранит. Делает, видите, как камень? Смотрите, какие неровные края, да? А? Вот туда тоже туннель идет. Вот туннель между этими, видите, там рыбка туда проплыла. Вот там туннель. Чуть-чуть пониже, если я не знаю, видно, не видно. Но туда рыбка уплыла. Красненькая. Ну, посмотрите, какой чугун, да? Чугун какой. А там, видите. Туннель туда идет, ребята. Вообще не видно дна. Я не вижу дна. Ну, естественно, есть дно, но, может быть, здесь просто илистое все. Посмотрите, тут куда стена идет, видите, кстати. Надеюсь, вы видите стену, да, которая идет вниз. То есть, видите, не надо нам видеть, да? Куда идет и что там такое вообще? Не все нам дано посмотреть. А? Вот, посмотрите, видите? Да, тут, видите, чуть-чуть вот здесь, скажем так, менее глубоко. И все идет туда. Ой, слушайте, знаете, даже дыхание захватывает от того, что... Посмотрите, куда далеко идет. Посмотрите, я сяду.
Посмотрите, во-первых, это дырка тут, посмотрите, куда плавала рыбка, чипка, рыбка. Ну и рыбки, видите? Сейчас она, смотрите, плывет, видите, раз, туннельчик. Знаете, они как туда-сюда. И это такая глубина там, ребятушки. Эта стена вообще непонятно, на какую стену, на какую глубину идет. И что, вот это вот сделал бы человек? Или какая-то другая цивилизация? Это слишком мощно, ребята. Невероятно. Невероятно вообще. Мои любимые слова. Да? Элочки-людоедки. Вообще, это просто... Хочу заснять подальше. Хочу заснять подальше. Но не получается. Не получается, к сожалению. Но вы понимаете, что туда идет просто офигительный туннель. Понимаете? Вот. Это только айсберг. Ну, в смысле, кусочек айсберга мы видим, торчащего. Понимаете? И вот, посмотрите, этот камень. Корень туда идет, да? Невероятно, невероятно, ребят. Вообще. Открытие за открытием, короче. Видите, эти, кстати. Видите, плавают они тут. Приплывают из дырки. Вот семейка тут сюда. Туда-сюда, видите, плавают. Неохота им в одном месте сидеть. Видите, они плавают. Я не знаю, видите вы или нет, потому что мне не видно на экране. Ну вот опять поплыли. Надеюсь, хорошо снимается. И видно, как все рыбки сейчас переплыли в эту половину бассейна. Так. Если я сейчас делаю одну вещь, так Доминика, как это, я хотела просто туда пройти, вот туда. Видите, вот посмотрите, как вот. Прямо хочется мне заснять. Опять же, посмотрите, да, вот опять же, раздвоение, да, видите, как растение, да, раздвоение, и посмотрите, вот тут. Видите, как жижа в камень переходит, или камень в жижу, видите, посмотрите. Сио Вадула. Она рива полиция, но. Ветушки, я хочу. Это я сниму. Рюкзак. Альмена, тольгу. Basta che non sia una guida di queste qua. Aspetta, una tacchettina. Capito? Ecco, vicini per favore perché. Sono gli animali. Un attimo che vado sopra così. Così quando loro vanno via io. Non so qua. Perché là andando qua sopra. Perciò ti conviene andare subito sopra. Пока не получилось, потому что только я хотела залезть, сразу идет эта экскурсия. Вот посмотрите, да, что это? Дерево, да? Дерево. То есть идут лестницы, да? Видите, идут лестницы. Смотрите, да? Вот. И все. Потом, что дорога, да? Дорога, видите, куда-то в никуда, да? И также здесь. Идут вот эти вот слои стен, как и везде, которые никто не делал, потому что здесь ничего не надо поддерживать, понимаете? А если надо, то это сама стена и делает то, что ей надо поддерживать. Потому что тогда вообще все горы надо поддерживать. Но что-то не поддерживается горы ничем. Ну ладно, они сейчас тут ничего интересного не найдут и сразу уйдут.
постоять, чуть-чуть фотки поделать. Я уже привыкла к этому. Сейчас хочу показать вам стены, которые никто не мог делать. Посмотрите, здесь тоже наши трубы, колодцы рост. Видите? Просто, видите, торчит. Здесь вообще ему не нужно не стоять. Потому что здесь ничего нет. Абсолютно. Вот это как бы парк, да, который никуда не идет. Но там я вижу стены. Вот. Чуть-чуть поднимусь, покажу вам стену. Вот, смотрите, дорожка тут, видите? Дорожка. Видите? Куда-то, да? Смотрите. Дорога есть. Видите стены? Смотрите, смотрите. Это что, сделали, вот и посадили дерево, да? Сделали вот тут для поддержания терраску, да? Смотрите, можно туда. А, так они вон спускаются тут. Может, да, идти. Классно. Вот, идешь вот так вот, да, по серпантину. Ну, так как я завтра собираюсь в горы идти, может, мне нужно сегодня поглядеть. Офигеть, да? Вот я вам показываю стены. Видите? Сейчас прошу у нее чеколькоза, да? Вот так вот будем подниматься, смотрите, да? Мы чеколькоза сопра? А, окей, на бельведере, эко. Грация. Но я не буду подниматься, ребятушки. Вот показала вам, что есть стены, да, и есть вот этот серпантин, видите? Вот. Как бы, потому что я завтра и так пойду в горы. Мне не надо сегодня это, ну, слишком уставать ноги, чтобы завтра не смогу идти. Мне просто, у меня будут крампы эти, судороги. Вот. Эти кипарисочки, конечно, тоже классные. Такие больше римские. В общем, сейчас они уйдут. И просто мне надо было потянуть время, чтобы они ушли, и я могла подойти к фонтану. Факт то, что серпантин есть, да? На подъем. Вот. Господи, идет. Какие противные люди, блин. Ну ладно. Это никакая не гвида, это тетенька. Посмотрите, какой кварц. Заблестел. Первый раз вижу за блестящий такой дикий блестящий камень. Кстати, я заметила, что видео все равно не передает фото. Вот такую прям блестящесть, которую я вижу. Я сделаю то, что надо было сделать. Наша скобочка. Так, 13 минут, ладно, тогда я еще могу. Тогда я еще могу последние минуты показать вам вот это вот самый пик. Самое то, что. О, опять бегают туда-сюда. Рыбки через туннель. Дырочки. Дедушки, это точно эксклюзив. Сюда точно никто не догадается зайти, блин. Просто. Никто не догадается даже. У него даже мысли не придет сюда зайти. Я просто зашла на фонтан. Вообще на сам. Если она меня сейчас скинет, жижушка моя, то правильно сделает, да? Хочу показать вам, как глубоко идет стена туда. Видите, это у нас. Это у нас тут просто, видите, корень идет. Видите, осы, смотрите, осы. Видите, оса летает, а? Как вам это? Да, это оса. Что, я буду гонять вот это?
Вот, пожалуйста, Иваночка тут. Унитазик, да? Ой, подождите, дай на себя. Блин. Так, ну ладно, я это восстановлю.